Ну что, покидаем Ногинск, друзья. Так. Немножко заднего хода. Сейчас, я думаю, вообще через передний ход развернулся, то как-то мне тут неуютно. Задом сдавать никогда не уютно. Если можешь сдать передом, лучше сдать передом, чем задом. Ха-ха-ха, как вам нравится. Это у Штребуха кормилица. Это тети пожилые. Все радуются жизни. И представьте, я тоже радуюсь. Нашел себе занятие Сёма. Ездить везде всюду с камерой. Развернитесь. Ой, развернитесь. Ты что, дура совсем? Давай, поезжайте. Что за привычка пибикать, а вот надо, не надо пибикают. Объясните мне. Так. Через 600 метров верните направо на улицу 28 июня. Хорошо, спасибо. Ну вот такая тут уже обычно идет панельная застройка. В общем, бегло я показал Ногинск. В общем, основное, конечно, в съемке это не дергать камерой. Лишнего не дергать камерой. В общем, в следующие свои вылазки я это учту. Видите, как мало бензина. Надеюсь, дотянуть до Лукойла. Так, сейчас посмотрю, как дальше ехать.